Всем привет, Папа Смит с вами. Продолжают поступать вопросы, которые я уже считаю чрезмерно глупыми, но тем не менее любителей и начинающих еще очень много, и слава богу, что их очень много, они начинают поступать в нашу индустрию фитнеса. Вот. Хреново только, что они попадают в руки к балбесам, которые не знают, как тренировать людей, которые сами-то не умеют тренироваться. И тем не менее, тенденция сохраняется такой, что людей по-прежнему грузят базовыми упражнениями, вне зависимости от того, полезно это или не полезно. То есть, вспоминая пауэрлифтинговские и тяжелоатлетические способы набора массы, они забывают о том, что на самом деле это укрепляет связки и развивает физическую силу, но никак не развивает мышцы. Мы бодибилдеры, мы строим мышечную массу, поэтому дети мои, те, кто хочет выглядеть красиво или хотя бы как стрит-воркаутеры, которые занимаются на турниках, запомните одну вещь. Для того, чтобы мышца росла и формировалась, она должна гипертрофироваться. Гипертрофируется она только от частых сокращений. Чем больше сокращений вы даете на мышцу, тем качественнее она становится, тем рельефнее она становится, и она будет расти. И это не только мои слова, это слова многих профессионалов, которые сейчас, откуда ни возьмись, прям потоком идут и идут. И я вам даю гарантию, что когда я начинал говорить о многоповторке 2-3 года назад, все смеялись и плевали мне в лицо, да, там в камеру и тому подобное. Но как ни странно, сейчас, как вы видите, вокруг образуется все больше людей, которые подтверждают, что система многоповторки работает. Они вдруг стали кричать, что да-да-да, надо делать не меньше 14 повторений. Ёлки-палки, что ж такое, а? Вот. То есть раньше поднимали по 6 повторений. А сейчас вдруг 14, 20 и тому подобное. Я не удивлюсь, если через год, максимум через два, все блогеры, которые пищали и кричали, все малоповторщики будут также кричать, плюясь слюной в экраны, что единственный правильный способ – это многоповторка. Еще раз повторяю, не многоповторка, которая держит в себе 20-30 повторений, а 14 до 25 повторений, что в принципе вкладывается в систему всех тех теоретиков и ученых, которые кричат, что мышечное волокно возбуждается в временном периоде 30 секундах. Так что, ребятки, для того, чтобы росли мышцы, их надо тренировать. Ну, вспомните даже того же Арнольда, который сказал, что для того, чтобы росли голени, а у него они отставали, он их долбил каждый день не менее 30 повторений с нормальными весами. Так что сейчас я вам покажу и отвечу на вопрос одного из моих подписчиков, как пробить центральный пучок дельты, а вы подумайте о том, что я сказал. Окей, продолжение к вопросу от парня ВКонтакте, который попросил показать суперсет на центральный пучок дельты. Значит, есть разнообразие упражнений, которые можно делать, но одно из самых продуктивных, которых я считаю, да, это кривой гриф широким хватом. Сейчас я это покажу. И добивка с гантелечками. Итак, значит, максимально широкий хват. Почему максимально широкий хват? Сейчас я покажу движение. Центральный пучок уже чувствуется. Оп, я сделал, допустим, 16, да, и сразу перехожу на гантелечки. И работаю обычно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14, 15, 7, 8, 9 и последний 10. О, отлично. Вот я сейчас чувствую определенно центральный пучок. А теперь объясню специфику двух разных упражнений. Это базовое упражнение. Потом смотрите, чем уже вы берете хват, тем больше нагрузка будет уходить, смещаться от центрального пучка на передний пучок, и трапеция будет включаться. Нам это не надо, поэтому мы широко берем. Вот движение. Тогда центральный пучок, видите? Кто-то скажет, центральный пучок плюс задний пучок дельты. Нет, проверено всеми профиками американскими давным-давно, только центральный пучок, не включайте трапецию.
То есть бошку надо включать тоже в упражнение мозги. Оп, потом поставил. А теперь разновидность. Многие делают вот так. Вы все видели. Вот так. Тоже центральный пучок, да? Я против этого. Почему? Особенно кто делает с большими весами. Это вообще бред. Сивые кобылы. Объясню биомеханику движения. Но если я хочу делать этот пучок, то почему сила тяжести у меня вот здесь? То есть она выворачивает мое плечо. Как бы я ни говорил, что ой, да, у меня забивается, ой, какого хрена у тебя вот здесь плечо. Все нормальные профики, включая Виктор Мартинес, кто у нас там, Декстер Джексон, все делают вот так, вот, как я. А я не высосал это из пальца, ребята. Я это подчеркнул у американских профиков, которые всегда были номер один в мире. Итак, второе упражнение, вот. И никаких вот этих вот. Вот это уже, знаешь, высосал, рассказал и это. Так что вот суперсет на центральный пучок дельты. Делайте, наслаждайтесь, задавайте вопросы. Это был Папа Смит. До следующего раза. Пока.